Всем привет, ребятки, мы продолжаем прохождение игры Resident Evil 2 Remake. Значит, остановились мы на том, что попали снова в эту канализацию. Я просто в шоке. Опять нам придется плутать по вот этим страшным коридорам с кучей монстров, которые просто капец, наверное, втрое больше нас. Там вот, короче, находятся вот, не знаю, вот, скорее всего, знаешь, где они? Вот где-то вот в этом месте, вот в этом месте вот находятся вот эти большие монстрики. Это просто конкретная жесть. Так, ну и вот как ты видишь, вот там лежит Шерри. Вот, я не знаю, вот, я думаю, ты видишь. Там лежит Шерри, и нам нужно ее срочно, срочно просто спасать. Окей. А, по патронам у нас всего лишь 5 патронов, 1 граната. Да, вот такие дела. Это просто вообще жесть творится полная. Вот эти патроны вообще непонятно для чего. Патроны дополнительной мощности. Теперь еще больше пороха. Для стрельбы потребуется надежная ствольная коробка. А, ствольная коробка. Блин, я хз, короче, как их использовать. Но смотри. Мы, значит, сейчас их откладываем. Чисто на хранение. И вот эту клавишу, она нам уже, чувствую, не пригодится. Тоже на хранение. Да и все, в принципе, остальное просто вообще жесть. Тут не знаю, не знаю вообще, что использовать. А, подожди, вот это уже нам точно тоже не пригодится. Вот это я еще сохраню, вот это. Мало ли нам потребуется. Или, блин, нафиг, тоже скинем, пофиг. И сейчас сохранимся. Тупо сейчас сохранимся. А, и значит, что у нас сейчас по миссии найти штекеры. Это просто жесть. Так, окей. Тут я уже все открыл. Значит, там я вижу, вот лежит зомбарь. И нам нужно очень аккуратно, потому что зомби реагируют на шорох, на крики, на звуки, на топот жесткий. Они просто начинают оживать. Вот такие дела. Так, окей, я вижу, что нам нужно взять. В принципе, смотри, мы вот это объединяем вот с этим обязательно. Так, и вот тут. Нам дают приспособление, в принципе, го. Так, опять записки, письмо Леона. О, наконец-то. Клэр, раз ты добралась сюда, то скоро можешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с одним делом, но хочу, чтобы ты знала, за всем этим стоит Амбрелла. Если я не выберусь, расскажи все сама. Леон. Вот такие дела. Так, окей, для посадки фуникулер требуется ID-браслет. А знаешь, где ID-браслет? Он у этой... У Шерри, вот в чем прикол. Он у Шерри, и поэтому тут нужно вообще капец, как постараться ее спасти. Так, квитанция доставки по адресу, указанному вам при заказе, был доставлен следующий товар. Огнестойкий сейф. Кодовая комбинация написана на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступать к использованию товара. Окей, какие-то подсказки. Вообще непонятно что. А, в принципе, патронов вообще нас... патронов, блин. А патронами игра не хочет нас снабжать, это печально. Это реально, это очень печально. Значит, смотри, у нас есть гранатка. В принципе, вот там я вижу зомбей. И мы, смотри, как мы вот так сейчас кинем. Вот так кинем гранатку. Все. О, наконец-то кустарник. Наш родной. Тихо, 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 зомби. Да иди ты спокойно. Своей дорогой, а я своей. Подожди. Тут еще гранатка. Окей. Все, значит, смотри. Я надеюсь, зомби... Зомби не умеют в воду ходить? Вроде как не умеют. Так, все, спокойно. Тихо, тихо, тихо. О, ладно, ладно, ладно. Использовали. Похрен. Так, тихо, тихо, тихо. Нет! Только не ты! Полоумная гнида! Жесть! Вот это просто жесткая. Похрен, не буду использовать гранатку, она нам пригодится для будущего отравления, ни хренашечки. И зомби тут. Я в офиге. Так, спокойно, смотри. Я, наверное. Ой, блин. Ужасно. Ужасно, ужасно, ужасно. Мы погибли. Вот я тебе говорю, вот из-за этих всех монстров начинается полная задница. Поэтому смотри, мы сейчас быстро просто опять возрождаемся. Да. И смотри, сейчас просто действуем по-быстрому. Мы сейчас должны просто по максималочкам, так сказать, вот этих зомбей
втихаря подманить. Вот я говорю, уже начинается жесть. Это просто какой-то лютый хардкор, потому что с 5 патронами, которые просто нужно экономить его вообще втрое, в оба, я не знаю, вот... Сейчас объединяем. Просто игра начинается с полным хардкором, уже заранее, я тебе говорю, вот когда мы начинали за Клэр играть, тут уже начиналась полная жесть. Окей, все, в принципе, смотри... Сейчас я подманю всех этих гадких зомби. Просто чтобы... Вот так. В смысле, все? Почему ты жив? Почему ты жив? Сволочь! Вот скажите, почему эти зомби живы? Я уже просто не могу, ребят. Это просто... Объединить с этим... Использовать. Все, по максималочкам. Давай сюда. Топаем быстренько сюда. Давай, как будто прям на фасте, ребят, действуем. На фасте. Так. Спокойно. Да иди ты в жопу просто, вот. Смотри. Ну все. Все, смотри. Сейчас просто бежим. Пофиг на... Все остальное нам лишь бы сейчас просто убежать. Просто вот сюда. Давай, давай, прыгай, прыгай, Клэр. Все, тихо, 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 тихо. Все, используем. Фух. Да, конечно. Это жесть. Это полная жесть. Сохранки вот, я надеюсь, будут. Так, все. Да иди ты нахер, 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 нахер. Иди, существо вонючее. Почему мне это дают? Так, тут ничего. Окей. Все, в принципе, давай поднимаемся по фуникулеру. Так, куда нас приведут? Так, вижу патроны, вижу сумку. Лучше тихо. Лучше, ребят, тихо. Все, у нас открыт слот. Лучше просто тихонечко ходить. Потому что этот зомби может встать. Давай просто перезаряжай, Клэр. Там это что, граната? Или порох это. Пофиг. Короче, аккуратненько вот эту дверь открываем. И там я уже припоминаю, что нам нужно взять. Вот здесь вот эту херню. Да тихо, мать твою, тихо, все. Бери. Хух-хух-хух-хух. Все, идите в жопу. Жабца, в жабца. Жабца. Ты сука такая. Вонючая, вонючая. Фух, все, спускаем. Пока, зомби. Фух, мы удрапали, мы удрапали. Фух. Все, спокуха. И вот теперь сейчас самое важное. Это куда нам пойти? Я просто в афиге. Так, вот сюда, в средний канал. Или обратно. Вот тут. Вот тут. Окей, все. Все, спускаемся. Я не знаю, где эта штука. А, она там. Ну, ух. Слава тебе, господи, окей. Давай. Тут эти зомби мертвы. Это просто прекрасно. Все, ребятки. Я надеюсь, мы сможем. Или либо го вернемся, сохранимся, потому что я это заново не хочу проходить. Так, ребятки, все, используем вот эту штукенцию. Значит, я сохранился. Потому что без сохранения тут просто нам не выжить. Я тебе это реально говорю. Лучше реально просто перестраховаться, вернуться, сохраниться. И мы опять в этом месте, опять мы в этом месте, и просто, ты видишь, что это большие кишки, это гайвирусы, это все стало большим, и вот тут, короче, куча монстров, это пока их не видно, это пока они в воде, так, вижу кустарник, это пока что они, так сказать, в воде втихаря находятся, так, ключ, хрен знает от чего этот ключ, но я его брать точно не намерен, так, порох. Я не знаю, вот порох нужен, конечно, в лучшем случае. Окей, все, просто спускаемся и, смотри, тихонько берем и просто... Да, жуткое местечко, это точно. Так, тихо, просто берем травку-муравку и спокойно вот сюда забираемся. Так, вот слышите звуки? Это все, это то, что вот тут лежит. Тихо. Где она? Где эта тварь? Так, эта тварь вот здесь перекантоваться решила. Так, тихо, 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 тихо.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Все, до свидули. До свидули, мои хорошие. Фух. Все. Все. Так. Вот теперь, вот тут нам нужно решать загадку. Жесть. Жесть, что творится. Я думаю, ты слышишь эти страшные звуки. Фух, смотри. Давай вот это сейчас объединить вот с этим. Все. Погнали, погнали решать загадку. Я надеюсь, мы сейчас это все решим по-быстрому просто. О, оружка. Закрыто. Ну ладно. Давай-ка сейчас... Нам нужно открыть эту оружку. Так, я так понимаю, вот эту сейчас штукенцию берем. Порох. Я не знаю, тут есть порох? Или подожди, стой. Порох мне, пожалуйста, дайте. Я не знаю просто. Так, объединить вот с этим. Или порох тут не дадут нам, как ты думаешь? Не, конечно же, не дадут. Лучше нам его просто... Просто лучше выкинуть. Выбросить. Да и вот эту херню тоже выбросить. Потому что нам нужны вот эти все делишки. Так, окей. Хорошо, в принципе, смотри. Вот это вроде сюда вставляем. Все. Открываются ворота. Так, подожди. А тут что? О, тут вот это нужно. Ладно, я тебя понял. Значит, мы можем... У нас есть шанс получить пушку. Окей. Так, все хорошо, спрыгиваем. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно. Ой, блин, давай, гранатку. И смотри, что сейчас попробуем сделать. Бум! Получено достижение. Приятного аппетита, сука. Так, ну тут, конечно, кусит. Тут, конечно, куснет. Так. Давай. Так, и вот это, значит, смотри, вот сюда вставляем. Офигеть, мы сейчас получим новую пушку. О, электропушка стреляет металлическими стержнями по проводу, которым бьют цель электрическим током до тех пор, пока вы не отпустите оружие. Удерживаете вот это, и значит, и держать цель в поле зрения. Но если вы пропустите через провода слишком много тока, после сильного они импульса перегорят. Хорошо. Я тебя понял. Так. Лучше нам вот эту штуку взять. Так. Хорошо. Так, обходим, ребятки. Блин, это тварюга просто издевается надо мной. Зомбяцкая. Да, может, ты пойдешь в жопу? Либо как? Я не знаю. Так, ладно. Так, давай-ка сейчас вот это используем тут. Так. А это используем здесь. Окей, четко. Давай. Хух. Ну вот ты, паскуда. Тихо. Хух, взяли. Все, пока зомби, я ухожу. Так, у нас есть. Все на месте, да? Все. У нас вроде все на месте. Нам нужно, да, 3 штуки достать таких. Все, ребятки. Здоровье у нас вот такое. Сейчас, короче, будем использовать... Так, получена деталь устройства. Ух, тут сохранялка. Ура. Так, и вот теперь сейчас будем, короче... Ой, тихо. Так, смотри. Так, вот смотри лучше как. Сейчас этот зомби... Ладно, нормально. Так, нормально. Бежим, ребятки. Я не знаю, сейчас удастся или нет. Ух, удалось. Так, и вот тут, я помню, навстречку есть зомбарь. Один. О, блин, да в смысле, я ж стрельнул в тебя. Паскуда ты, ядрёная, а? Ты посмотри... Отравление, сука.
Используем, у меня все хорошо, тварь, а ты валишь домой к себе опять в канализацию. И я поднимаюсь наверх, и все, я, короче, норм, я живой. Ребятки, я живой после этой всей жести, хух. Мы смогли. Представляешь, по одному патрону, ну, потратили 3 патрона, так сказать, на зомбарей. Так, тут эти суки валяются, ладно. Хух, погнали, ребятки, сейчас, может, сможем мы кое-куда пройти. Давай, просто жесть. Я уже хочу, кстати, по идее, добраться до лаборатории, может, уже сегодня мы доберемся, так сказать. Давай, уже выходи, Клэр. Все, давай-ка сейчас сохранимся. Да, мы сохранились, и все, неужели мы это прошли? Я просто в афиге, ребят. Все, так, и теперь, ну тут легко уже. Мы тут знаем, так, ладья, значит, рядом с конем. Смотрит на Фрезе. Так, конь на месте. Ладья, ладья. Так. Ага, вот эта штука. Так, король с Фрезем стоит порознь, но развернут коню на самом конце, сам конь расположен на том фоне. Погоди, ладья, значит, рядом с конем. То есть, подожди, ладья, значит, она где-то вот здесь. Так, деталь. Сразу шахматные фигуры. Погоди. Это король. Это Фрезь. Это ладья. Смотри, значит, все берем. Используем здесь. Так, ладья. Рядом с конем. Но не смотрит на Фрезя. А Фрезь. Король с Фрезем стоит на порозе, но развернут коню. Но не смотрит на Фрезя. То есть, походу. Так. В форме Фрезя. Фрезь, значит, вот здесь где-то. А вот это вот где-то тут. Все верно? Не все. Так. Да, явно не по моей части. Это точно. Не знаю, ребятки. Давай пока на этом серию закончим. Значит, что же? Я попытался разгадать загадку, но пока что не получается. Значит, тут, опять же, не такая комбинация, как у Леона. То есть, все совсем по-другому. И тут пока что нужно думать, реально, просто капец как думать с этой всей фигней. Реально, пока что непонятно. Загадка что-то сложнее. Вот видишь, тут по написанию загадка сложнее, чем у Леончика. Так что, как-то так. Значит, на этом пока мы сохранимся. На этом мы пока что... Либо пока что вот у нас уже есть сохранение. Я уже тут сохранился, так что уж... Ладно, значит... Мы достали сегодня вот такую прекрасную новую пушку с электрошоком, представляешь? Это просто реально круто. Как она нам поможет в будущем, это капец. Так что, вот. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.